Доброго времени суток. Меня зовут Аная. Для тех, кто меня не знает, я являюсь духовным лидером школы Белого Лотоса, Белым Магом и Биоэнергетом. Это видео я хочу посвятить остаточной информации, которую я привезла из Израиля по поводу некоторых библейских тем и в том числе психологических аспектов, потому что я открыла много знаний, когда была в Израиле, но всем не успела поделиться. Плюс у нас там была такая мощная магическая работа, после которой меня тоже так торкнуло, что я немножко заболела, но очень большой кусок брала. Помните, я вам рассказывала, что когда мы с вами слишком сильно магически стараемся прокачать себя, и у нас создается разрыв, из-за этого может страдать здоровье или физика. Как правило, стараемся гармонично двигаться, но вот, видимо, я захотела сразу много всего проработать, потому что мы там были всего несколько дней, и я думала, нужно максимально за эти дни как можно больше. И вот, видите, с одной стороны, вроде, конечно, неизвестно, когда туда еще раз поедешь, и хочется за один раз побольше всего прокачать. С другой стороны, видите, здоровье страдает. Ну, думаю, ладно, дома поболею. А тут вот выясняется, нам сразу опять в Индию ехать резко. И у нас там магическая работа нас ждет. С вами лекция очень серьезная. Я не знаю, как я буду проводить, но немножко, если буду так выздоравливать, еще от прошлой работы отходить, до этой еще пока что не дошла. Но впереди нас с вами ждет очень много интересного. Да, получилось в этом году, в этом месяце наложение двух работ, к сожалению. Но с поездками, видите, такое дело там никогда не предскажешь. И как сложилось обстоятельство, так получилось. Так что надеюсь, вы будете все равно в тонусе. Надеюсь, вы не пропустите, несмотря на то, что у нас в этом месяце такие две мощные работы, Индия и Израиль. Вы постараетесь участвовать и присутствовать везде. Насчет Израиля, конечно, я рада безумно, что вернулась в Россию, потому что Израиль очень сложная, тяжелая энергетическая страна. Конечно, я не отрицаю, что я открыла там много знаний, много всего узнала. Действительно, знания крайне полезные, потому что то, что касается снятия печати дьявола и вот этой распаковки деструктивной энергии, которую здесь я не могла получить, действительно, Израиль в этом плане ценен. Но находиться там долго очень тяжело, вся система противится, и помните, вот кто участвовал на работе, знают, что когда я проводила магическую работу, там было просто максимум сопротивления, там все упиралось, все сопротивлялось, и в итоге я еще и заболела, и там, ну, короче, вся система была против, мне приходилось просто сдвигать этот тяжелый камень, структуру вокруг, выдирать эти знания, потому что еще дней мало, у меня там не было времени все это расчехляться долго. И в итоге, конечно, находиться там тяжело. Вот. И даже в Мертвом море, несмотря на то, что там целительская энергия гармоничная, хотя морем это сложно назвать, я называю озеро, потому что даже некоторые наши водохранилища, которые называют морями, они больше, чем вот это вот озеро или море. И я везде там оговариваюсь, что озеро, но у меня в голове как-то это не складывается. Но несмотря на то, что там целительская такая энергия, действительно очень интересная, это единственное место, где мне было более-менее гармонично, все равно, в общем, вся энергия крайне тяжелая. Я оттуда приехала, и я была, несмотря на то, что, конечно, мы там на море купались, вроде как отдыхали, я была безумно рада, что я вернулась в Россию, мне было здесь так хорошо. После того, я не понимаю, как там люди живут, это невозможно просто там находиться, эта энергетика, она уничтожает, очень деструктивная, дьявольская и так далее, хотя, повторюсь, знаний там много. Вот, но видите, как все неоднозначно в нашем мире. Тем не менее, конечно, я многое там узнала. Кстати, вот такой момент относительно греховности рождения тоже узнала. У нас ведь считается, что ребенок зачат в грехе, и поэтому он рождается уже с грехами, грубо говоря, грешный рождается, и нужно проводить обряд, чтобы его очистить. Кстати, в этом, оказывается, есть доля правды, потому что дело не в том, что его зачинали в грехе. Не знаю, как там в Библии это первично писалось, и не буду ссылаться, потому что полностью я всю информацию не получила. Но часть информации мне пришла, что ребенок при зачатии получает часть кармы родителей, то есть генетически. Вы знаете, что родовая карма передается генетически, и она передается таким интересным образом, что на бессознательном уровне ребенок как бы сам ее принимает. То есть фактически нельзя передать ребенку или кому-либо карму
чужую навязать, ну, с точки зрения согласия. Должно быть какое-то разрешение. Но есть некоторые моменты автоматически, где это можно подстроить таким обманным образом, где вот ребенок, скажем, он там принимает родителя, он принимает от родителей там тело, плоть, ну, пока он в утробе матери находится, он питается за счет этих питательных веществ, у него автоматически идет принятие энергетики матери. И если просто задать вот такую вот установку, что вот все, что он принимает и карму, и плохое, и негативное вместе там с молоком матери, ну, к примеру. Конечно, это еще с момента утробы и зачатия даже происходит. И вот после таких программ, которые встраиваются родителям перед рождением, ну, это даже не перед рождением ребенка, а, в принципе, заранее делается, когда встраиваются подобные программы, уже сразу происходит зачатие, и вроде как бы происходит вся процедура согласия. То есть фактически можно сказать, что ребенок, плод, он согласился на то, чтобы все это подключилось. Но понятно, что это было на бессознательном уровне, а базируясь на базовых физиологических потребностях. Помните, я вам рассказывала про то, что есть такие моменты, что вот эта дьявольская энергия, она играет на простых базовых физиологических природных потребностях, как на нечто ужасном. То есть у нас, в принципе, основа дьявольской лжи, одна из ее частей, кроется на том, что какие-то банальные, нормальные, обычные вещи считаются нечто ужасающим, как он там сексуальное желание, влечение, там еще что-то. Ну, какие-то такие базовые природные аспекты, которые естественны и абсолютно нормальны, выворачиваются, как будто это нечто противоестественное. И вот здесь вот то же самое, один из моментов, используются естественные аспекты, используются, как вот выворачивается так, что это было согласие на принятие. И потом, когда ребенок там вырастает, уже взрослым человеком становится, у него вот эта вся эта родовая карма набрана, и вроде можно сказать, что у него было полное согласие на принятие всей этой родовой кармы, и он был согласен, начиная с утробы, рождения, потом детский возраст, все вот было как полагается, по правилам. И потом надо расторгать все эти договора и искать, где же ты согласился. А искать это крайне сложно, потому что это было в бессознательном возрасте, настолько бессознательном, что ты даже не ребенок, а когда ты был в утробе матери, ты, в принципе, вообще инстинктивно существовал. У тебя одни инстинкты были физиологически. Тело просто маленько росло, и все. И уже тогда ты уже телом какое-то согласие выражал. То есть ты уже не мозгом же, не разумом, не сознанием, ты просто телом, каким-то духом своим, чем-то, какими-то частями, которые еще только успели вырасти. И потом, когда ты вырастаешь взрослый, вот именно эти части эту карму родовую держат. Помните, я вам говорила, что родовая карма в первую очередь прописана в нашем физическом теле. Потому что наше физическое тело, и начиная с утробы матери, оно первое, что принимает. Представляете, вот вы выросли, у вас ум, мозги, сознание, вы там чем-то думаете, пытаетесь расторгать договора, а чем вы думаете, их расторгаете, если то, чем вы соглашались, оно у вас настолько далеко от вашего разума, что к этому еще надо спуститься и вернуться, попытаться. Вот, поэтому, конечно, крайне сложно родовую карму снимать, но ребенок уже ее набирает, и когда он рождается, у него уже кладезь вот этой родовой кармы есть. Вот почему детей настигают различные проблемы уже в малом возрасте. Еще даже они не родились, уже там какие-то проблемы, что там хотят, не хотят избавиться от ребенка или не хотят его принимать. Когда он рождается, уже там бывает что-то происходит. Мы говорим, как же так? Но у ребенка уже есть карма на этот момент, да, вот у него уже судьба складывается сообразно этой карме. Он уже может выносить что-то, где-то он согласился, где-то он там принял, где-то он не принял, где-то родитель там ему подарил, как говорится, надавал, где-то мог не надавать. То есть, конечно, зависит от родителей. Еще некоторые родители могут сопротивляться или прорабатывать эти программы. Некоторые могут максимально все это ребенку давать, не понимая, что они просто перекладывают на ребенка там свою жизнь, какие-то свои моменты. То есть это же тоже делается бессознательно. Не то, что всем говорят об этом. Но в большинстве своем 99%, 8% родителей, они, в принципе, перекладывают себя на ребенка. Вот эта вот связь, вот эта привязанность к ребенку, как к самому себе, частички себя, что это ты. Ну, понятно, что ребенок из тебя произошел, но, по сути, он другое существо. А вот это вот перекладывание, это уже что-то ненормальное. Там уже, в принципе, эта программа заложена у нас как нечто нормальное. То есть нам это внушили, что это естественно нормально, что ребенок продолжитель там твоих мыслей, твоих идей, твоего тела, там всего. И вот даже уже под этим идет заклад, что вот все вкладывается в ребенка, что он как будто часть твоей ответственности, как будто ты за него несешь ответственность перед миром, перед обществом. Имеется в виду вот желание родителей, чтобы их дети были
там достойными, достигли чего-то, были какими-то великими, к примеру. Но не все дети, конечно же, такими являются в итоге, понятное дело. Но у родителей такое желание. Почему? Потому что у них ответственность перед обществом, что вот они свое привнесли в общество. Хотя ребенок – это не ихнее, это отдельное существо, другой человек, и это он привносит в общество, а не они. Они могут дать ему воспитание как человеку другому, как заботу, любовь проявить, как о другом человеке, но не как о продолжении себя и вкладывание в что-то свое. И это, конечно, у нас вбилось в голову как естественное и нормальное, после чего уже изначально этому ребенку навешивается множество вот этой родовой кармы, и вот он рождается уже греховный, у него уже куча грехов, куча проблем. Он не успел даже уже родиться, а у него уже куча грехов. Тут зависит от родителей, конечно, от души ребенка, как все это закладывается. Но действительно, зная это, вот явление Бога, когда у нас было на земле, предлагала сделать магический обряд очищения, чтобы ребенок был чистым и искренним, и чтобы не было вот этих грехов. Я так полагаю, кстати, на самом деле там ссылались-то, может быть, и на правильные вещи, когда изначально рассказывала с Библии, потому что сейчас это все переписано, переделано, что изначально ребенок стал рождаться во грехе там, после того, как Адам и Ева опустились. Якобы до этого, в принципе, не было такого предрасположенности, что ребенок должен во грехе рождаться. И, возможно, там была подоплека сказана о том, что с какого-то момента люди начали эти грехи перекладывать. То есть был период, когда рождались дети достаточно чистыми, и все было нормально. А потом вот они как-то изменились в отношении к жизни неправильным образом. И дети начали вбирать родительские грехи, и родители начали на них прикладывать. И с того момента начали рождаться дети во грехе, потому что вот это начался период искажений. Возможно, речь шла об этом. И вот он предлагал, явившийся Бог к нам на землю, снимать эти грехи, очищать, чтобы ребенок был чисто невинен, и таким образом можно было обеспечить ему счастливую судьбу. Потому что если его избавить от проблем родителей и от навешанных всяких ярлыков, которые родители ему надавали, то, в принципе, у ребенка мог быть задел на счастливую жизнь впереди. Это действительно очень важный обряд, очень нужный, я считаю. Это, по сути, снятие родовой кармы, очищение от родовой кармы, от родовой ответственности. И в будущем дает возможность ребенку самостоятельно строить свою жизнь, не переживая вот этих вот страдальческих кармических аспектов. Там, на самом деле, карма родовая может быть очень ужасная, от более мягкого до самого жесткого проявления. Потому что по карме могут быть разные системы расплаты. Я вот встречала такую родовую карму, когда кто-то в роду, один из детей, должен был умереть для того, чтобы отработать какие-то там проклятия, или там кого-то убил, какие-то предки убили кого-то, каких-то других детей, и вот кто-то из их рода должен погибнуть, и кто же это будет? И вот эта карма ложится на каждого, и там вот где это принятие сходится, где и ребенок, и родители это передают, вот там это срабатывает. И, кстати, еще там, знаете, такая система немножко масло в огонь подливает, вот это дьявольское, что, разумеется, этот кто-то будет тот, кто более привержен к божественным и светлым энергиям, нежели тот, кто более к темным и деструктивным. У того какая-то защита сразу от такой кармы срабатывает автоматически, а у людей более светлых, более добрых, наоборот, они должны всю эту карму отрабатывать на себе. И поэтому, видите, она может быть вообще, эта карма, по-разному проявиться. По сути, это можно всю жизнь сломать человеку. Если он не занимается магией, если родители не занимаются магией и духовностью, это может сломать всю жизнь. Поэтому это был серьезный обряд, который, по сути, спасал души. Вот. И предлагал Бог, явившийся к нам, делать это через очищение воды, через очищение крови. Кстати, он опять же про генетику крови говорил. Помните, я рассказывала в нашей магической израильской работе про то, как он рассказывал, что нужно код заложен в крови, наш код Бога, код связи с нашими первичными предками, с тем, кто мы есть, с нашей родиной, откуда наш вид сюда прибыл. И активировать мы можем его через кровь, через свою. И вот вода как олицетворение вот этого генетического кода в крови, через воду можно было бы этот код перепрограммировать гораздо быстрее и лучше. Но это вопрос уже номер два, какие технологии там применялись и что делались.
Я хотела в общем рассказать о том, что действительно этот обряд, как крещение сейчас он называется, имеет место быть, он действительно очень важен, но, к сожалению, конечно, в церкви его не делают, в церкви делают скорее посвящение в черную магию, и там делают именно, ставят крест на человеке, то есть все уже конец, ему там полный будет по жизни служить он будет. А имеется в виду, конечно, настоящий обряд снятия родовой кармы. Это нечто более священное, светлое и чистое. Но вряд ли это где-то в церквях уже сейчас проводят. Наверное, уже нигде не практикуют подобный обряд. Если как-то самостоятельно его проводить, именно обряд очищения, правильно его сказать, наверное, было бы неплохо. Вот, это первая тема, я между делом, о которой хотела рассказать. Я вам хотела в этом видео рассказать еще другую тему, которая у меня была открыта, чтобы дополнить и всю информацию раскрыть, которую я не успела договорить. Второй аспект, о котором я хотела с вами поговорить, он такой вроде как бы и духовный, и немножко психологический. Это тема о самозащите, о которой я узнала, кстати, будучи в Тель-Авиве, опять же, вот взаимодействие с этими, я не знаю, дьявольскими энергиями, как их назвать. Я увидела, как они атакуют человека, как они нападают на человека, и как через ложь и иллюзии человека разрушают. И как в стандартной психологии у нас заложено определенное неверное восприятие конфликтных ситуаций с людьми, из-за которого многих людей просто уничтожает и разрушает эта система. В общем, когда люди входят в конфликт, когда они ругаются между собой или, скажем, противостоят друг другу, это не обязательно ругань, скажем, если вас кто-то подавляет морально-психологически, там, на работе кто-то, без слов, может, бессловесно, но вы чувствуете моральное подавление, по сути, в этот момент включается не просто ваша самооценка, как нам говорят в психологии, и умение донести свою позицию, защитить свои границы с точки зрения слов, вербально или невербально, поступками, а параллельно вот в этом всем процессе включается некая драка на тонком или энергетическом плане, если можно сказать. Я увидела, что в этот момент, когда вас подавляют, в принципе, что очевидно, но я хочу немножко раскрыть эту тему с другой стороны, с вами дерутся, как будто вас избивают. При этом человек фактически, физически может с вами не разговаривать, или он может говорить не хамскими словами, но хамить фактически эмоционально. И вы будете чувствовать себя избитым, униженным, разбитым, но при этом фактически не всегда даже можно что-либо ответить. То есть ситуации, в которых вы можете ответить, есть ситуации, в которых вы не можете ответить чисто физически, не знаю, ну там какие-то люди особо важные, которым нельзя ничего сказать наперекор, ну к примеру. И по факту таких ситуаций миллиард, где вы не способны выразить словами ничего, но происходит драка именно бессловесная. Знаете, как битва взглядов, да? Это как в каком-то фильме, я такой смешной момент видела. Там такие два мужика брутально столкнулись, и такие глаза друг на друга посмотрели, хотели типа драться начать, но их остановили, они разошлись. И там один второго спрашивает, что у них там произошло? А этот такой отвечает ему, да ничего особенного, простые мужские дела, битва взглядов. Взглядами просверлили друг друга, да, такая самцовая битва. На самом деле, вы знаете, вот этим практически все люди занимаются. Не всегда там глаза в глаза, это когда мужчина там собирается подраться, это одна история, понятное дело. Но когда они собираются драться, и не только мужчины, бывает продавливают друг друга морально и психологически, и на самом деле там реально происходит настоящая драка, битва. И, кстати, учеными давно доказано, что словесное унижение людей к человеку, когда его унижают словами или какими-то, скажем, оскорблениями, это равносильно для мозга, это равносильно физическому удару. То есть, если вас физически ударили в лицо или ударили морально, мозг это оценивает одинаково. То есть, вы фактически получаете этот удар. Это уже даже доказано. Но речь даже не об этом, а о том, что в большинстве своем люди опускают этот момент, что в данном случае происходит конкретная драка, и победитель в этой драке, в принципе, будет прав. К чему я это говорю? К тому, что у нас бытует иллюзия, что якобы, если у тебя правильное отношение к себе, ты себя уважаешь, если ты грамотно говоришь все и грамотно себя ставишь, то тебя не может никто унизить, да, ты унижаешься сам в стиле «никто тебя не может». Ну, отчасти это правда, но я вам хочу просто с другой стороны это раскрыть.
никто не может тебя обидеть, ты сам себя обижаешь и так далее и тому подобное. На самом деле это не так. На самом деле в момент, когда тебя унижают или обижают, твоя самооценка не имеет никакого значения, то, что ты скажешь, не имеет никакого значения. Пусть ты даже блеснешь там верхом эрудиции, я не знаю, верхом блестящего слова и красиво все скажешь, это вообще не будет тебе никакой силы для человека или для людей, ты просто будешь не услышан. Можно так вот говорить, если вы сталкивались когда-либо с таким, когда ты говоришь грамотные вещи, и тебя просто не слышат в упор. И это невозможно объяснить людям. Мы ссылаемся, что они не понимают, они глупые, но речь не в том, что они не понимают, они это просто даже не слышат, они в состоянии это увидеть. Я сталкивалась с такими моментами даже не когда были ссоры или ругань, а когда человек не понимал, и я объясняю. Я понимаю, что вот то, что я им объясняю логически, я как будто вот видела море, а он никогда этого не видел. Я ему пытаюсь описать, как оно выглядит, чтобы он прочувствовал вот это состояние. А человек никогда не видел море, и он не хочет прочувствовать это состояние. И он просто говорит, что моря нет, его просто нет, потому что я его не видел, его нет. И ты пытаешься ему, ну вот прочувствуй, вот я-то видела, вот прочувствуй, а он, его просто нет. И вот такой вот разговор, и невозможно с человеком разговаривать. Я думаю, ну как заставить человека услышать? Ты словами это не сделать, потому что он либо хочет прочувствовать хотя бы, понятно, что он не увидит море, он просто может либо прочувствовать мои ощущения, либо он не хочет. Это вот вся тема с эзотерикой, да? Что типа эзотерики не существует, ее просто нет, магии просто нет. То есть есть те, кто что-то видел, чувствовал, понимает, есть те, кто ничего не видел, не чувствует, не понимает. То есть им либо надо постараться принять и прочувствовать то, что говорят те, кто видел, либо просто этого нет. И вот таких речей крайне много, это даже не агрессивные речи. А есть агрессивные речи, где достучаться до человека невозможно. И там играет роль простое правило. Не уважение к себе, там не речь, там бесполезно речь говорить. Человек, если не хочет слышать, как говорится, он не услышит, да? Но там играет роль, почему он не хочет слышать. Вот почему человек не хочет слышать. А все очень просто. На самом деле, в большинстве своем, в данном случае рассматриваю конфликтные ситуации, подходящие к конфликту, там происходит драка, битва. И тот, кто побеждает, тот и прав. То есть эти люди в данном случае слушают только силу убеждения, насколько слова человека убедительны. А вот эта сила убеждения, что он убедителен, и действительно стоит к нему прислушаться, невзирая на свои личные амбиции, невзирая на свой личный эгоизм. Вот что его заставит это сделать? Удар в лицо только, как выясняется. Причем, знаете, самое интересное, даже если человек не агрессивен, и вот я вам первый случай рассказывала, или второй случай рассказывал про то, что когда человек просто не слышит, ему рассказываешь про море, а он не слышит. Даже в таком случае он способен тебя услышать, только если ему дать по лицу. То есть, когда ты ударяешь, когда драка идет, да, и ты побеждаешь в этой драке. А есть, когда ты человека пытаешься отрезвить, ему по лицу даешь, очнись, очнись, ему там в глаз дал, и он очнулся. То есть, вот, да, это единственный метод, я узнала, в Великую Америку открыла, что есть лишь один метод заставить человека услышать, не услышим. Это то, про что нам не говорят. Что фактически каждый раз в беседе, когда люди закрыты и начинают продавливать свое, невзирая на ваши личные интересы, игнорируя вас, а когда они плюют на вас, они так делают, потому что они сильнее в драке, потому что они вас избили, и дальше вы валяетесь, там есть слабые, и там что-то говорите, а уже не важно, что вы говорите. И там говорят про уважение к себе, а не важно, какое у вас уважение. Если вы проиграли в драке, если вы слабее, какое у вас может быть уважение к себе? Ну, образно я говорю. Просто это так выглядит для людей. То есть это не правило вселенной, это просто люди так решили, они так делают. Но у людей так принято, что вот если тебя избили, грубо говоря, ты лежишь и валяешься такой избитый, что толкового ты можешь сказать? Тебя же избили, вот и валяйся, грубо говоря. То есть для того, чтобы донести информацию человека, нужно победить его в битве, в драке. Вот в чем прикол. И у некоторых людей автоматически вот эта составляющая, вот эта драка параллельно назовем, вот ты разговариваешь, а параллельно ты дерешься. То есть это вот как на тонком плане происходит. Вот у некоторых людей это развито с детства автоматически. И догадайтесь, у каких людей, конечно же, у более тех, которые служат дьявольским конструкциям, потому что, очевидно, у тех, кого служат божественным конструкциям, у них типа роль жертвы, а роль жертвы там не просто так. У них роль тех, кто не дерется никогда. И я объясню, почему. Вот здесь как раз-таки
закрыто самое сакральное знание, которое я хочу вам раскрыть. Надеюсь, вы его поймете, потому что я вроде говорю о понятных вещах, но с другой позиции, и нужно, чтобы вы как-то немножко перевернули ракурс восприятия и поняли, что на самом деле в любом общении, когда один не слышит другого, неважно, агрессивное это общение или не агрессивное, драка либо происходит, либо должна произойти. И тот, кто сильнее, тот и прав. Так решили люди. То есть тот, кто в драке побеждает, тот, значит, убедительно говорит, того стоит послушать, к тому следует прислушаться. Тот, кто валяется избитый, его не следует слушать, он какой-то лох, и к нему не стоит прислушиваться. Как в этом видите? Но вот в эзотерике это очень сильно проявлено. Если вы слушали, есть вот много эзотерических мастеров, знаете, которые говорят, и ты вроде слышишь, может быть, он говорит и правильные вещи, может быть, он говорит интересно, но он так слабо говорит, что его сразу автоматически лохом воспринимаешь, что он какой-то лох. Причем, знаете, вот этот вот, кстати, грязный трюк используют очень многие люди в своих доводах и, я не знаю, как это назвать-то, типа опровержениях кого-то там. Особенно сейчас модно эти блогеры делают. Меня всегда вот, меня это дико просто раздражает, когда, знаете, чтобы унизить какую-то концепцию, точку зрения, мнение, взгляд какой-то, находят представителя человека вот этой концепции, этой точки зрения, но слабого и глупого. Ну, глупого в плане то, что он не может грамотно как-то оперировать, не может грамотно разговаривать. Не может, даже если он может грамотно разговаривать, он не может сильно ответить. Вот это самая, знаете, такая тема, как раз-таки удара. То есть он вроде грамотно говорит, но он настолько слабый, что ты думаешь, ой, да это лох. И вот они используют, значит, берут послабее себя, начинают доводами его якобы логическими разрушать. А он такой глупый, не может на эти доводы ответить, либо отвечает, но очень слабо, внутренней силы не чувствуется. И они показывают, смотрите, какие глупые доводы у представителей этого вида, там вида представителей этой идеи, и они все дураки. И это так позорно и низко смотрится. Я вот думаю, но если ты хочешь там действительно разбить эту концепцию, найди сильного представителя вот этой идейной ветки, найди самого мощного, эрудированного, грамотного. Да, тебя на лопатки разложат. Почему? Не потому, что кто-то из вас более правый, а потому, что он сильнее тебя. Вот в чем фишка. Что найди оппонента, который сильнее тебя внутренней силой подачи, то есть вот в этой драке, и там доводами он, скажем, достаточно эрудированный. Им даже не надо быть сильно эрудированнее тебя, можно быть на уровне с тобой примерно, плюс-минус, но сильнее тебя морально. Если человек будет сильнее морально, он всегда будет выглядеть более правым. И вот в беседе люди на это смотрят. Они никогда не слушают доводы. Особенно, знаете, в ситуациях, когда там сложно доводы понять, вот как вот в нашей нынешней политической ситуации, там я всегда вам сказала, что правда любит полноту. Для того, чтобы знать правду, надо знать все вообще. Правда выстраивается как вот конструкция из знания, кристального знания о всем происходящем. Ну, конечно, вы не можете знать все происходящее о политической ситуации в мире, в плане, да даже и в государстве в одном, да не то, что кто вам будет это рассказывать, да вы никогда в жизни эту правду не узнаете. То есть у вас либо должна быть какая-то чуйка, связь с высшими силами, и вы просто знаете, потому что вам кто-то это рассказывает, либо, по большому счету, правду вы никогда не будете знать. А если вы не знаете правду, если вы не знаете все, то остальные все доводы можно сортировать в любом порядке. И так разложить вот так будет, так смотреться картина под таким углом, она вот так будет смотреться, как, грубо говоря, заложишь, так и выложишь. И начинаются там эти блогеры, пытаются выяснять, кто же прав в этой политике, а по факту они просто вот в драке находятся, и кто типа морально сильнее, тот и прав. И это так смехотворно, потому что это не про доводы, это не про логику. Это влияние на тупых людей недалеких, которые идут за силой. И, к сожалению, это используется очень во многом, особенно вот в разоблачении эзотерика. Всегда я думаю, что это самое позорное, чем можно заняться, это разоблачением эзотерика, потому что там и так очевидно, что там все неоднозначно, что любой дурак может сказать, этого нет, и все, и до свидания. То есть для этого уму даже не нужен интеллект или какая-то сила духа. Вы попробуйте разоблачить кого-то поинтереснее, где здесь просто сказать, я в это не верю, и все разоблачено, грубо говоря. Вот, поэтому... И там тоже так же используют. Находят более слабых и вот это вот выворачивают. А по сути используется как раз вот этот вот акт давления морального. На людей это действует. Люди вообще только это и замечают. Порой даже им доводы не нужны и логика не нужна, потому что на самом деле, вы знаете,
доводы и логика переоценены очень сильно. Потому что не всегда, не на все можно доказать. Некоторые вещи реально нельзя доказать. И это не значит, что их нет. И это не доказательство того, что их не существует. Некоторые вещи можно доказать, но можно и оболгать. Очень, очень легко оболгать. И когда ты оболгал, поди, догадайся, где правда. Это правда ли там. То есть вот доводы, на самом деле, их миллиард можно придумать. Можно просто соврать и все. И это тоже будут доводы. Можно опираться на страхи, поэтому логические доводы, к сожалению, на сегодняшний день нам не дают ничего в речи. И по сути люди это никогда и не слушают, и не слушали ранее, а слушают они внутреннюю силу. Они вот это видят и все, вот им этого достаточно. Сила есть, ума не надо, да, как говорится. Но человечество у нас на таком этапе развития. Вы сами к себе вот прислушайтесь. Вы когда-нибудь слушали людей, которые очень слабо морально говорят, но типа грамотные вещи. Но они при этом вот как лохи выглядят. Вот говорят как лохи, ведут себя как лохи. Но вы вот чувствуете, что что-то в этом грамотное есть. Вот мне сомнительно, понимаете? Я думаю, что если вы обратитесь ко всему, что вы слушали и видели, вы все равно обращаете внимание на внутреннюю силу человека. Это неплохо, нехорошо. Там закрыта совсем другая история в этой силе. Проблема-то не в силе даже, в том, в подаче, а в том, как нам эту силу в итоге развивают. И как вы поняли, конечно, в большей степени эта сила развита изначально у людей, служащих дьявольской конструкции, а божественной конструкции ее нет. То есть вот эти дьявольские конструкции – это что за сила? Нападение, лучшая защита – это нападение, агрессия, унижение, возвышение за счет унижения другого, агрессивный наезд, попытка, как вот меня всегда раздражает, типа вывести на чистую воду, как там некоторые знаменитости, интервьюеры у нас ведут интервью, выводят на чистую воду. То есть они используют психологический трюк, где человека выбивают из почвы, ударяют его. Есть такой, знаете, трюк, как человека сбить с толку. Что-нибудь сказать или сделать, что выбивает его с толку. И на этой почве, когда он сбит с толку, задают ему вопрос, который дурацкий, тупой, или однозначно он хамский, уничижительный. Человек возмущается на фоне этого хамства, он еще мало того, что в расстраиве, он возмущен, не знает, что ответит, и просто выпаливает свое возмущение. Но это глупый ответ, что он на эмоциях. И тем самым они унижают и показывают, что они вывели его на чистую воду, они узнали, что он из себя представляет. Я думаю, это такой дешевый трюк. По сути, они ничего не узнали об этом человеке. Они не узнали, что он из себя представляет. Они не вывели его на чистую воду. Они понятия не имеют, что у него там внутри. Они просто выставили его дураком. Выставили его петрушкой. То есть это такой фокус. Посмотрите, и возвысили себя за счет этого. Обязательно его надо унизить, возвысив себя за счет его унижения. И вот этот психологический трюк типа у нас выведением на чистую воду называется. И у нас интервьюеры знаменитые это используют, и всем известно, наверное, какие, о ком я говорю. Но это просто жуть и позорище. Это настолько позорно. То есть есть другие комбинации психологические, где человека реально можно расположить, и действительно узнать там что-то, если тебе нужно узнать про него. Хотя вряд ли. Я думаю, этих интервьюеров это не интересует. Им же нужно шоу, им нужен скандал. Вот. Им не нужно знать, что у человека там в душе. Либо есть какие-то способы узнать, что человек имел в виду, понять его. На что именно вот есть разница между желанием понять человека и желанием его опорочить. Да, есть большая разница. Но к этому опять же не идут, потому что все публичные наши выступатели, они настроены на то, чтобы унизить, сломать, разрушить и возвыситься за счет других. И это, конечно же, темные методы. Вы понимаете, что эта система защиты нападения, эта драка, она темная. То есть человек не начал ничего говорить, а ты уже на него напал. Это я помню, знаете, фильм какой-то смотрел и смотрела, да, уже все. Перепутаю пол уже, с кем я смотрел этот фильм. Фильм смотрел один, и мне там понравилась такая тематика психологическая, там была глубоко заложена. В общем, ну просто там дурацкий сюжет, что на необитаемом острове, на каком-то острове очнулись люди с разных исторических эпох. И не знали, кто они, вернее, они память помнили о своей прошлой жизни, где их убили, а там они ожили и не поняли, что происходит. Они только помнят, что их где-то убили в разное время существования планеты Земля. Там какие-то инопланетяне эксперимент психологически над людьми проводили. И, в общем, там создалась такая тема, что очнулся человек там 20-30 в одной группе, они там поочередно, эти группы, просыпались. И в этой группе, в последней, оказалось два лидера, два таких мощных мужичка. Один мужик такой брутальный, он в какой-то
время воплощался каким-то римским императором, и какой-то такой тиран был, жесткий тиранище, и вот он там тоже очнулся. А второй мужик такой, как вы поняли, конечно, добрый типа, он был уже в наше современное время каким-то космонавтом, каким-то, короче, спортсменом, натренированный, тоже такой мощный, но он очень добрый, такой человечный. И вот, в общем, они очнулись, и там группа людей такая, все растеряны. И этот император Нейрон, он уже смотрит, там император Нейрон сразу сказала, автоматически у меня ассоциация с Нейроном, потому что это был тираничный такой император. Ну, в общем, не помню, Нейрон это был или не он, может, и не он был. Ну, пусть это будет какой-то римский император. Он, короче, сразу начал осматриваться и смотреть, что происходит. А этот добрый мужик, у него автоматически эти лидерские тоже качества проявляются, он автоматически всем помогать пошел. Там кто-то упал, споткнулся, он помогает, всем бегает туда-сюда, там что, кому помочь. А этот император римский смотрит на него, смотрит. Тут они все собрались, там встали, все собрались в кучу, решили там, что происходит. И начинается рассуждение, что происходит. И этот главный наш мужичок начинает, типа, ну, такие же тоже лидерские качества брать, что вот нам нужно собраться и пойти вперед. А этот император говорит, нет, нам нужно, типа, что-то определиться, кто здесь главный, и там остаться пока на месте. Ну, к примеру, я не помню, что типа такого. И этот первый наш говорит мужик, нет, надо вперед пойти, потому что нам нужно двигаться, нам нужна еда, то есть все, и тут конфликт возник. Ну как, два мужика берут лидерство, либо этот, либо тот. И в общем, они вроде как бы буквально два слова это сказал, на что надо идти вперед, а тот говорит, нет, нам нужно остаться. И тот не успел ничего сказать, и этот император на него бросился и начал с ним драться. И тот говорит, ты что дерешься там со мной? Говоришь, ты что драться-то начал? Он говорит, что очевидно, что здесь только два лидера, либо ты, либо я, и им буду я. Типа он сразу расценил всю обстановку, понял, что здесь вот два лидерских человека, это он и второй у него конкурент, и как только тот хоть слово сказал в противовес ему, он сразу понял, что это автоматически ему враг. Его нужно сломать, убить, иначе будет конфликт в обществе. То есть он сразу же власть над обществом решил взять, силовую власть. То есть он напал прежде, чем у них даже еще не было конфликта, они еще даже ничего бы не поняли, они еще даже ругаться не начали. Этот вообще ничего не понял. Но тот сразу напал, этот император, потому что он понимал, что либо он будет главным, либо сейчас начнется деление на того, кто будет главным. И это может быть не он. В общем, вот это вся психология, я была вот как раз-таки в шоке. Его психология, поняла, это вся психология темных. Действительно, даже не нужно проявления никаких, провокации никакой не нужно. Даже конфликта никакого не нужно. То есть он изначально видит, что кто-то претендует на его власть и претендует на то, чтобы быть значимым. Ну, как значимым? Скажем, вот в беседе в данном случае не значимым, а как-то второй человек претендует на то, чтобы быть услышанным. Он просто хочет, чтобы его услышали, он хочет, чтобы к нему прислушались. То человек вот этот дистрактный, он его мочит, сразу начинает мочить, унижать, продавливать, прогибать только с позиции того, что здесь может быть только один правый человек, и это буду я. И неважно, какие доводы, то есть ни о народе он там не думал, ни о ком-то, то есть ему нужна была власть. В данном случае здесь то же самое, ему, человеку, в данном случае оппоненту, ему нужна, ну, власть над вторым человеком, власть над ситуацией, власть над представлением. То есть ему не интересна правда, ему не важно что-то выяснить. Главное – подавить оппонента, чтобы быть правым, чтобы иметь власть, иметь возможность, иметь значимость там, или еще что-то. В общем, вот эта темная конструкция защиты, она развита. И люди, у которых психологически есть подобные подоплеки, ну, скажем, есть такие какие-то способности драться вот так вот, защиту ставить, шипы вот эти выпускать защищающие, типа не лезь ко мне в душу, да, там кто-то начинает говорить что-то там, пытающийся разоблачить, и он тут же защищается. Вот у людей, у которых подобные психологические есть аспекты, как характер, они у них развиты сразу с детства. И сразу у них с детства вот эта драка включается. А люди, у которых психологически подобный психотип не развит, это не значит, что они плохие или слабые, но у них не развит подобный психотип, у них не включается драка, и типа их избивают. И получается ситуация такая, что их избивают в стиле как безоружных. То есть они ничего вообще не делают, их просто тупо избивают, они валяются и ничего не отвечают. И я сейчас объясню, почему. И создалась вот эта конструкция жертвы. Вот она именно на этом создалась, и именно так она начала существовать. Что жертва якобы не может ответить.
она, и вот ее избивают, а она не может ответить. И получается, конечно, прав всегда тот, кто избивает. Он сильнее, он как бы логичный, и прям доводы его сильные, и внутренняя уверенность у него сильная, и такой он мощный, и такой он прямо внутренняя сила мощная. А этот прям как лох стоит и сказать слово не может, и прям говорит какие-то свои доводы, там еле-еле ответить не может, и сказать не может. На самом деле все ссылаются, это что-то не сказал, что-то не ответил, у тебя самооценка. Но речь не в том, а что человек ответит. Там все это вкупе работает. И не в самооценке, не в отношении к себе. Потому что человек это к себе нормально относится, он прекрасно понимает, что второй дурак. Но все равно при этом этот второй, который дурак, он его подавляет, и реально при всех он становится главным, важным, значимым, а этот ничто из себя не представляет. И дело не в самооценке, не в понимании этого. А дело как раз-таки в том, что он не ответил в драке и не победил, а проиграл. А проиграл вот почему. Дальше как раз я вам расскажу ту самую конструкцию, которую внедрили вот эти ложные дьявольские, я не знаю, дьявольские сторонники. Они внедрили эту конструкцию не в том, что драться это плохо, хотя это тоже они внедрили. Не надо драться, это плохо, только плохие люди так делают. Вот они нападают, унижают. Это плохой человек, просто думай об этом и смирись. Но проблема-то в том, что если ты об этом думаешь и ты его не победил, ты ничего из этого не получишь. То есть ты не докажешь это другим людям, а это очень важно, чтобы другие люди понимали. Ты не донесешь ему то, что он не прав, а это очень важно донести ему. Ты не защитишь себя, самое главное. Ты самое главное себя под удар отправишь, и ты будешь разбит. И нету в этом ничего благого, то, что разбитый, весь избитый, ты будешь сам про себя считать, что ты прав. То есть для того, чтобы быть правым, нужно отстоять свою точку зрения, нужно себя защитить. А смысл заключается вот в чем. Что оказывается, вот этот механизм драки у нас с вами бессознательный, он акцентируется у нас с вами на определенных чертах нашего характера, психотипа. И этот психотип у всех разный. Но вот эта дьявольская конструкция внушила людям, прописала, что только деструктивный психотип может драться. И таким образом все люди, у которых психотип другой, у них вот эта драка внутренняя, она как будто заблокирована. Она у них как будто закрыта. И они не могут реально нанести удар. Они как будто связаны, как будто их связали, а второй их бьет кулаками. Типа, что ты не защищаешься, что ты не отвечаешь? А это не может, он связан, у него руки связаны, руки, ноги связаны. Он валяется просто, его как мешок с непонятным, да, избивают. И он ничего не делает в ответ. И в итоге люди не могут ни доводы сказать, ни отстоять себя, ни как-то пробить свою позицию. Они как дураки, как ложки выглядят на фоне вот этого всего. И так вся жизнь прогибает человечество в целом, прогибает точки зрения, прогибает идеологии, прогибает принятие решений важных, когда именно грамотные доводы влияют на какие-то серьезные мировые решения. И вот это, представляете, на каком уровне просто все, что от Бога, благое для человечества, для людей, прогибается в виде решений, в виде отстаивания своего мнения, в виде влияния на других. А выглядит это вроде все как-то безобидно, да, со стороны, типа, ну ты просто думаешь, что ты выше него, будь выше него и все. Но по факту-то действия, дела, поступки совершаются на основании того, во что человек верит. И если все люди верят вот в это плохое, кто им донесет обратное? Просто мысль о том, что я знаю, что это не так, но я буду с этим сидеть, пока там будут войны, миры разрушаться, людей будут там убивать, издеваться, но я буду знать, что я прав, этого, знаете, недостаточно. Это нужно доказать, это нужно привнести, это нужно пробить. Правильное слово «пробить» в прямом смысле этого слова. А теперь я вам расскажу, в чем заключается основной обман вот этой вот системы. В том, что нам с вами внушили, что борьба может быть только одного вида. Это когда ты дерешься, с мечом нападаешь, душишь, бьешь и избиваешь. То есть, а методы этой реализации – это вот эти низкопсихологические моменты. Я помню, мне с детства тоже всегда внушали родители, что вот, я слабохарактерная, потому что надо было здесь ответить, так ответить. А ответить надо было именно по-дистрактному. Это надо было кого-то унизить, продавить, возвысить себя, возвыситься. Я всегда думала, у меня просто нет этого в характере, я... где подобное возьму. И поскольку у меня этого не было в характере, другой я ничего не проявляла, значит, я типа слабая. Потому что сильный – это тот, кто проявляет вот такую вот силу. Но на самом деле сила бывает разная. И атака, и удары тоже бывают разные.
И проблема в том, что наша сила заблокирована, так как мы с вами не признаем другие формы силы. Представляете? То есть другие формы атаки и нападения мы не признаем как существующие. Их просто нет. И поскольку мы считаем, что их нет, мы их как бы помогаем их блокировать, закрывать себе, мы их не применяем. И никакой силы, кроме дистрактной, существовать не может. То есть другие формы не проявляются. А я вот, допустим, недавно про себя выяснила, вот я, например, себя хочу рассказать, что я узнала, что у меня один из ударов есть психологических, это давление на совесть. А, допустим, вот есть такой дистрактный момент, черный, когда возвышает себя за счет унижения других. А у меня есть светлый аспект вот этого проявления. Это когда ты показываешь, какой человек чмошник и придурок на фоне тебя прекрасного. Но в плане данного имеется в виду реально, по-настоящему, искренне, честно, когда у тебя есть достойное качество, а человек настолько недостойно, низко себя повел, ты ему это показываешь, это удар. Именно не то, что ты ему говоришь об этом, думаешь об этом. Есть специально такая технология, которая тоже является ударом, где ты вот как зеркало такое проецируешь, и просто в один момент он начинает видеть себя вот этим чмошником несчастным, а тебя таким чистым возвышенным ангелом, например. То есть это когда в правильном контексте, еще раз повторюсь, это не вранье, это не обман, это называется давление на совесть, потому что совесть – это правда о том, что вот из себя реально представляют люди. И вот одним из оружий, я увидела, что одним из оружий есть у меня такое давление на совесть. Это не меч, не удар, не унижение. А когда я человеку показываю, что ж ты так низко опустился, посмотри на себя в зеркало, типа, знаете. И вот когда ему передают ощущение, я наношу свой удар. Человек видит себя вот в таком контексте, и он унижается в данном случае по-настоящему, он просто получает свое место. То есть это его место, где он на самом деле находится. Или насчет, к примеру, защиты. Вот я узнала, что у меня такая есть способность. Щиты. Вот многие люди щиты выставляют, они закрываются в себе, шипы выпускают. А я всегда вот думала, я никогда не могла в себе закрываться, у меня это не получалось. Я много раз пыталась закрыться. Там вот меня атакуют, я пытаюсь закрыться, а я человек только открытый, у меня не получается закрываться. Я не знала, что с этим делать. Я думала, ну как же так, я не могу скрыться. То есть вот все удары, которые в меня идут, я их все получаю. А оказывается, у меня система защиты другая. Я выяснила, что я защищаюсь так, что я нахожу в человеке самую светлую какую-то его часть и туда прячусь. И когда он меня ударяет, он ударяет как будто самое прекрасное и замечательное в себе. И он не хочет меня ударять. То есть у него такая защита, что у меня такая защита, что он не может меня ударить. Это, по сути, как будто ранит себя самое сердце. То есть вот такой щит, представляете, срабатывает. Вот зайти... То есть, ну все, конечно... завязано, опять же, на совесть. Это, видимо, совесть – это какая-то моя сильная сторона в плане боевой. В данном случае не боевая магия, а боевая сила в каком-то разговоре, что ли, или, скажем, ведении диалога и так далее. То есть, видите, казалось бы, вот эти моменты, они не являются дракой. Казалось бы, это не является каким-то аспектом силы вроде как. Но если это развязать и выпустить, то это тоже драка. Это мое оружие, при помощи которого я человека сбиваю с толку, разрушаю, не даю ему дальше нападать, наезжать, ослабляю его и заставляю прислушаться к моей позиции, заставляю услышать то, о чем я говорю. Вот такой вариант драки. Когда я это узнала, я поняла, что у всех людей варианты драки совершенно различные. Кто-то использует какие-то аспекты красоты, показывает, что это некрасиво. Кто-то использует какие-то моменты любви. То есть светлые люди, более созидательные, они используют аспекты защиты честные, справедливые, реальные, а основанные на действительности. Тогда как темные основаны на лжи всегда, на обмане. То есть их унижение основано на лжи. Они унижают человека для того, чтобы возвысить себя, но не удосуживаются понять, реально ли они выше этого человека. Может быть, он на самом деле выше их. То есть это же определяют не они, не их эгоизм. Это определяет жизнь и какие-то жизненные принципы. И если человек эти принципы соблюдает, то он автоматически возвышается, а не за счет того, что он решил. Это как вот в каком-то индийском фильме такая тема была, когда там какая-то царица была, там главная могущественная тетка, некая-то уже в возрасте, и у нее сын, он правил. И за его сына, короче, вышла замуж молодая там, которая молодая царица.
И, в общем, там какая-то ситуация была, что против сына ее заговор готовился. И молодая царица пыталась вот эту старую царицу предупредить, сказать, что вот там заговор готовится. А эта старая царица не поверила. Она сказала, что все это вранье, вот ты такая вот всех там оклеветала, я тебя изгоняю. Она ее изгнала, а молодая царица все равно пыталась защитить. В итоге она как-то еле-еле смогла защитить своего ребенка. А когда этот заговор уже произошел, там все реализовалось, в итоге там убили всех, и эту уже старую царицу почти убили. И она под конец этой молодой говорит, вот ты все-таки была права. В итоге я, когда тебя изгнала, возвысила тебя до небес, а себя унизила ниже земли. То есть в тот момент, когда она ее изгоняла как царица, говорит, вот ты там ничтожество, я вот царица, а ты там себя так повела, унизила ее, разломала, разрушила полностью ее, грубо говоря, внутреннее отношение к себе и отношение всех к ней. А потом в конце она сказала, что на самом деле все было не так. На самом деле в этот момент, когда она якобы возвышалась, она себя унизила ниже земли, а когда унижала ту, возвысила на самом деле ее поступками. Потому что поступки той были у молодой царицы благородные, она действительно защищала, она была умна. А у старой царицы были неблагородные поступки, исходящие из предвзятости, трусости и, собственно, недальновидения. И она вот сказала, что истина человека возвышает его внутренние поступки. Поэтому у нас, у светлых людей, созидательных, борьба в разговоре должна быть основана на каких-то созидательных аспектах, где мы видим правду, и мы это подчеркиваем, показываем, мы как-то это запускаем. Но мало это знать, это нужно как бы в драку запускать. То есть это как энергетический канал, который у вас активируется, и вы его запускаете, и вы участвуете в драке. Потому что вот у меня даже эта совесть была, грубо говоря, но я никогда не могла направить на человека. Я всегда чувствовала, что меня все избивают, а я не могу даже сказать, что человек не прав, что он низко себя ведет, что ну как он мог опуститься до такого, ну это же так убого. И у меня такое ощущение, как будто меня не слышат, не видят. И я думаю, я вот эта несправедливость у меня внутри кричит, что это как энергия, она в меня обращается. Это направляется, я не могу это человека направить. А человек даже ни словом, ни духом, вообще ничего даже близко не представляет. Я когда поняла, что на самом деле эта энергия запечатана, заблокирована, ее нужно раскрыть себе, и каждый из вас должен раскрыть себе внутреннего воина. Вот этот воин, это ваша боевая сила, она не всегда опирается на какое-то вот просто атаку и нападение. То есть боевая сила ваша, как я учила частотных энергетиков по факультету частотной энергетики, это боевая магия. Ваша боевая сила всегда кроется на каких-то ваших психологических аспектах, помните, я вам рассказывала. Это всегда какая-то ваша внутренняя способность что-то видеть и этим оперировать. И когда, скажем, к вам проявляют несправедливость, на вас наезжают, продавливают, вы способны увидеть это и подчеркнуть человеку, передать свою позицию. То есть ваша задача передать свою позицию и делать это в драке. То есть представьте, что человек, который с вами вступает вот в такую конфронтацию, он как с вами борется. И вы с ним как бы две энергии. Вот вы говорите или не говорите, или вы несловесно на расстоянии просто друг на друга влияете, и у вас вот идет энергия борьбы такая. И ваша задача распечатать своего внутреннего воина, понять, в чем ваша сила. Вот видите, моя сила в давлении на совесть. Я поняла, что я вижу всегда вот это вот искажение, когда люди опускаются, унижают себя, когда они низкие какие-то моменты проявляют, и я могу это показать человеку, его вернуть в это состояние, дать ему почувствовать себя таковым. И когда он себя таковым почувствует, я ему могу донести уже свою позицию. Но для того, чтобы донести мне свою позицию, мне сначала нужно его сбить с ног. То есть я должна ему дать почувствовать, что ну что ж ты так опустился, ты такой низкий. И если он это почувствует, а почувствует он только тогда, когда я, скажу, одержу победу в этой драке, то есть я его сломаю, одержу победу, он это прочувствует, в этот момент я могу говорить речь, и она будет принята им. И он действительно ее услышит. То есть вот так это делается во всех этих речах, и дело там неуверенности в себе и прочая фигня. Это иллюзия немножко. И я поняла, что проблема вот про мою тоже психологическую, то, что я говорила, неуверенность в себе, она в первую очередь проявляется в запечатанности вот этой боевой функции моей, которую мне изначально закрыли, которую называли слабостью, неспособностью драться, неспособностью как-то проявить. Хотя я не могла никогда унижать людей, я никогда не могла врать, я никогда не могла им сказать то, чего нет,
Но в случае, если правда они не правы, и я это вижу с точки зрения совести и чести, я могу это человеку донести. Но видите, я не могла ему донести и доказать, потому что прежде, чем ему это сделать, нужно его сломить, нужно его сломать, разбить, разрушить. Иначе человек не будет слушать. И такова правда, даже если он к вам не агрессивно настроен, даже если он вам не враг, он не будет вас слушать, если вы его сначала не пробьете, не продавите эту ему позицию. Некоторые люди даже намеренно хотят этого. Они даже хотят, чтобы им дали в глаз и отрезвили их. И они даже потом благодарны за это. Спасибо, ты мне открыл глаза, ты мне там показал мир, а вот я не знал, а как это было открыть глаза, как этот мир надо было показать человеку, который это раньше никогда не видел. Только одним способом нужно было ему вот эту вот совесть, ну, с моей позиции, совесть показать, а с вашей позиции что-то другое. То есть у каждого из вас, если вы не дистрактный человек, а если вы дистрактный, у вас это уже развито автоматически, поэтому, наверное, мое видео обращено не дистрактным людям, потому что у них это запечатано однозначно. И в беседе их не слышат, не слушают, и местами они не услышаны перед миром и не могут донести свою позицию. Вот значит, у вас запечатан этот боевой аспект. Для начала нужно в себе найти этот боевой аспект, познакомиться со своим внутренним воином, можно так сказать, а понять, чем он владеет, каким навыком. То есть вы видите, это оружие, а с другой стороны, что за этим оружием стоит, какое эмоция, какое чувство. Понять, какое именно чувство, эмоцию вы излучаете, чем вы человека другого можете срубить, грубо говоря, показать ему. Далее, когда вы это поняли, вам нужно распечатать этого внутреннего воина, выпустить его, увидеть, как он проявляется в виде энергии, что вот вы беседуете с человеком, эта энергия реально идет параллельно беседе, то есть вы не задумываетесь об этом, вы не делаете это параллельно как боевой магии, да, не путайте, потому что в боевой магии мы фактически берем и нападаем на человека, и мы учимся, как с ним драться. А здесь по-другому, это должно проявляться автоматом, вы с ним не деретесь, вы просто разговариваете, автоматически эта энергия должна работать. Если она не работает автоматически в момент разговора, значит, у вас проблемы. Потому что дистрактные люди тоже не борются, они не думают об этом каждую секунду, у них нету борьбы, они просто говорят и все. Им кажется, что они такие убедительные, такие умные, такие сильные. На самом деле вся их великая сила убеждения только в том, вот, что они силой продавливают, она у них реально бойцовская сила идет. Если вы полностью распечатаете этот аспект внутреннего воина, тогда он у вас тоже будет автоматически вступать в драку. И вы для себя должны только фиксировать, что вот вы вступаете в драку именно тем, что доказываете человеку конкретные свои вот эти чувства и эмоции. То есть от вас требуется лишь понимать, что вы хотите донести, какую эмоцию, какое состояние, где вы считаете, что человек не прав, где вы видите, что он не так должен себя чувствовать, и как он себя должен чувствовать в этой беседе, вы должны это чувство ему донести. И дальше начинается битва. И вот в этой битве побеждает сильнейший, как говорится. Но сильнейший человек – это тот, кто более уверен в своих доводах, это раз, и кому больше надо, это два. Помните, я вам рассказывала всегда, в магии побеждает тот, кому больше надо. Потому что иногда некоторые вещи для нас не столь значимы. И тогда мы не боремся, не вкладываемся в это. Действительно, это нормально, что у нас есть ситуация приоритетов. Мы не можем везде быть полностью на 100% включены. И таким образом мы идем на уступки людям. Поэтому это естественно, что мы можем идти на уступки людям, таким образом мы эволюционируем, меняемся, как-то у нас происходят внутренние изменения. А на уступки мы идем тогда, когда нам не особо важно, а человеку реально важнее. И когда вот происходит спор, всегда надо идти на уступки тому, кому это важнее. А не всегда так делается, потому что он в битве не всегда побеждает, не зная этот механизм. Вот. И, соответственно, тот, кто уверен в себе, имеется в виду, что если у него механизм раскрыт, если он у него разблокирован, если у него действует в полную силу, значит, типа он уверен в себе. Если у него заблокирован, значит, он не уверен в себе. Но на самом деле слово «уверен в себе» неправильное слово. Наверное, правильно сказать не то, что уверен в себе, а в том, что он знает свои сильные стороны, принимает их и пропускает их. То есть они у него распечатаны. Вот это правильное слово. А мы называем это неуверенностью в себе, то что человек не принимает свои сильные стороны. Скажем, вот я не принимала в себе, что у меня там есть умение давить на совесть, не признавала, что это качество боевое, что оно сильное, что оно достойное и так далее. А по большому счету нужно было это принять и пропустить. Ну, вроде как бы это в простом языке, но на самом деле все гораздо сложнее, конечно же.
Не все так просто, и это реально запечатано внушением, убеждением целой программы. И нам же специально это прошивали, что подобное не является силой, что подобное нужно затыкать, и это нормально. И нам приходится превознемогать все воспитание, все общественные устои, чтобы реализовать себя настоящих такими, какие мы есть. Поэтому это не совсем про уверенность все-таки, это нечто посложнее. То есть эту силу себе нужно распечатать, раскрыть энергетически и внутренне, пропустить ее, понять, принять, понятное дело, и вспомнить, почему она у вас была закрыта. Скорее всего, вас убеждали из детства или в какое-то другое время, или, скажем, родители, окружающие, или социум, что это неправильно, плохо, или глупо, или еще что-то. То есть вы с этим столкнетесь, переубедите себя в обратном, тогда вы эту силу полностью выпустите. И в ситуации, где действительно для вас что-то важно, где для вас действительно что-то нужно, вы сможете это доказать и пробить, быть услышанным, быть, скажем, человеком, чье мнение важно и имеет значение, только потому, что вы эту силу высвободили. Так вот, ребята, вот этот вот момент, он искажается через неверную психологию, через то, как нам преподносят силу, через то, как нам показывают. И теперь сила – это стало плохо. Хотя на самом деле сила – это всего лишь набор энергии. По сути, это энергия притяжения. Получается, что у человека больше этой энергии, потому что ему больше хочется, потому что он хочет реализовать какую-то судьбу, какое-то намерение, какой-то замысел. И в этом нет ничего плохого. Это как божественное явление, божественное влияние. Поэтому силу нужно набирать. Ее нужно реализовывать, ее нужно проявлять, нужно доказывать, нужно пробивать именно. И это нормально, естественно, природно. Это вовсе не является частью зла. Это вовсе не является небожественной средой, как нам говорили, что поставьте там вторые щеки. Это немножко про религию, но это другая история. Это не про естественность природную. Я не думаю, что Иисус, когда он хоть и приходил тут, призывая слушаться своего Бога, я не думаю, что он людей учил чему-то противоестественному и противоприродному. Вряд ли он говорил, что вы должны там не проявлять внутреннюю силу, полностью везде под все подкладываться, быть вечной жертвой, которую сбивают, ничего не говорить, только думать о себе, там, будучи в голове возвышенном. И опять же, знаете, даже не вступая в диалог, а быть выше этого, есть такое выражение, будь просто выше этого и не спорь. Дело в том, что вот эта вот драка, она же происходит несловесно. Для этого не всегда нужно разговаривать с человеком. Иногда вам и не нужно человеку что-то говорить. Но победить его нужно. И если вы его победили вот в этой драке, вы действительно будете чувствовать себя выше. Вот в чем секрет. Я вам Америку открою. Вот это состояние быть выше, это состояние победителя состояния. Вот, потому что состояние побежденного вы прекрасно знаете. Это состояние вот этой разбитости. И вроде как бы вы уже с человеком не общаетесь, и вы понимаете, что вы выше этого. Но все равно как-то вам хреново на душе, и вообще вам плохо. Потому что что-то как-то не складывается, картина. Для того, чтобы быть выше, нужно победить. И тогда вы реально победитель, вы действительно будете выше. То есть можно победить его в драке, вот в этой бессловесной. И тогда, не разговаривая с ним, не контактируя, вам он не нужен, вы будете чувствовать себя победителем, у вас это ощущение будет, а он будет себя чувствовать, грубо говоря, как у нас говорится, обосранным полностью. Да? То есть он себя будет чувствовать облитым весь. И вот это его состояние реально будет состояние побежденного. И вам этого достаточно, да? Иногда нам этого достаточно, чтобы донести свою позицию, что да, вот ты такой, вот это твое место, мое место вон там на горе, откуда я сверху на тебя смотрю. И вот, собственно, наша с тобой беседа на этом закончилась. Наш с тобой разговор завершается. Поэтому все сводится у нас к этой силе, которую нужно уметь в себе раскрывать, распечатывать. И нужно вставать с колен, нужно бороться, бороться за свою веру, за свои убеждения, за то, что для вас ценно, для то, что для вас нужно, за то, что вы любите. Вперед идти, понимаете, эта борьба, она естественна для любой природной среды. Это, по сути, не борьба, как вот драка такая бесцельная, это борьба между энергиями, это противостояние силы, это противостояние того, кто главнее, кто важнее, кто правильнее. И выбор вектора пути движения эволюции всего человечества. К чему мы пойдем? Вот как он в том фильме, да, вот они, мы останемся здесь или мы пойдем прямо? То есть первый человек, мужчина, там думал о том, что надо людей покормить, нужно найти еду, а второй думал о том, что нужно установить свою власть и себя сделать главным. Люди его не волновали.
И что ждало этих людей, зависело от того, чью позицию они поддержат и чья позиция окажется сильнее, понимаете? Чья позиция будет как раз-таки и с мощной поддержкой, и с мощной силой. Поэтому это естественно и нормально, что мы должны вступать в эту драку, что мы не должны быть жертвами валяться всеми побитыми и сбитыми. Другое дело, почему так происходит? А происходит это из такого вот вранья, которое нам внушает, что нет другой силы, кроме как унижения, издевательства и агрессии. То есть силы благородные, где мы человеку показываем его место, где мы человеку, грубо говоря, даем то, что он реально заслужил. Такой силы быть не может. Хотя это тоже же силой делается. Человеку же нужно прямо вот поставить на место, уже как-то надо выбить, ударить и так далее. Какая сила есть у вас? Нужно решать вам, нужно вам разбираться в себе, искать это. Но вот этот момент я открыла, когда там была в Израиле. Последний аспект, мне кажется, он очень важный для жизни любого человека. Принять в себе свою боевую сторону, какая бы она ни была. И видите, даже защита не столь однозначна. Даже слово «щит» не всегда означает именно щит, которым вы закрываетесь. Потому что, вот видите, как вот я пряталась, пример мой, я пряталась в душах других людей, грубо говоря. Потому что я сонастраивалась с этим. Потому что, когда давишь на совесть, ты показываешь, какой человек бессовестный. И для того, чтобы это подчеркнуть, ты соединяешься с его самым чистым моментом и показываешь ему, вот, понимаешь, вот это вот должно тобой руководить. А чем руководствуешься ты? И когда человек в себе вот этот момент видит, он, конечно же, опускает руки, потому что он не может дальше по-другому действовать, он это начинает понимать. И это понимает за счет удара, который совершается. А для меня этот удар – это как самозащита. Это мой щит, которым я защищаюсь. Вот не всегда щит – это стена. Иногда вот это такая хитрость. И я уверена, что есть миллиард, это миллиард вариаций, как это проявляется у вас, потому что вы все такие разные, у вас такой разный характер. Но очень важно это раскрыть в себе и распечатать. Это все, что я вам хотела рассказать на эту тему. По Израилю математику завершаем. И я надеюсь, конечно, у нас будет возможность туда еще приехать, хотя это очень тяжело. Я, конечно, находиться там. Мне, конечно, очень сложно это было. И, видите, я даже заболела. Еле вам лекцию читаю. Но надеюсь, я к Индии немножко поправлюсь, потому что в Индии у нас с вами очень серьезная лекция про божественную йогу, про естественное упражнения. Я вам расскажу, кстати, там, как устроено наше тело и как энергии двигаются. Ребята, пора уже записываться, потому что скоро назначение пар, не пропускайте. Я проведу бесплатную работу здесь в Ютубе по активации энергетического канала Индии. Я вам передам эту энергию Индии. Там вроде нормальный интернет, но мы над этим работаем, постараемся. Передам энергии, через которые вы соединитесь с этим каналом и сможете проработать. Там очень активируется вот эта карма рода и карма души. Вот в Индии это место, где эта карма просто всплывает там в лицо тебе. Вся твоя карма негативная. Но вот я подумала, что это очень хороший шанс, чтобы ее проработать. Потому что как еще и разглядишь, когда тебе там бревнище в лицо этой кармы заедет. Вот я активирую этот канал, чтобы вам это все всплыло, у вас прям выплыло, оно прям вышло вам в лицо, и мы в этот момент начнем ее прорабатывать, эту карму, через кармологию. Вы разделитесь на пару, будете друг с другом работать, я буду ваша работа проверять. Я проведу пару еще магических работ, поэтому, ребята, параллельно, кто будет участвовать в практике, еще будут магические работы по Индии. И я вам эти энергии буду стараться передавать также через магические знаки. Не забывайте, каждый раз, когда я в поездке, я пишу максимально магических знаков, провожу расследование местных энергий. Индия – это, конечно, просто взрыв эпической информации. Как в прошлый раз, помните, я была, там все аж не выдержали, что информация слишком сложная, потому что там много богов. Я начала рассказывать про богов, что этот бог там один, второй, третий. Они там между собой что-то, у них там потерки не поделили. И в итоге люди этого не выдержали, потому что тут с богами-то информация неоднозначна. А когда их там много, они там разные, между ними разные терки, все, люди потерялись. Я понимаю, конечно, информации вообще очень много. Потеряться во мне возможно, а это еще информация только про планету Земля и только про нашу эпоху. А у нас есть эпохи предыдущие, есть другие планеты, и, то есть, но эта информация бесконечна. В принципе, нормально, что у каждого из вас наступает момент, когда мозг просто выключается. Это невозможно все фильтровать. Но я вам всегда советовала, и как я сама делаю, я информацию компилирую. Не надо ее всю сразу складывать, она никогда у вас сразу не сложится. Вы накапливаете, 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 а потом в какой-то момент какие-то пазлики сами будут складываться. То есть не нужно ее прямо сейчас компилировать, потому что
Там путаешься в эпохах, путаешься во временах, в именах этих богов, в какое время какие боги там были. И из-за этой путаницы, конечно, там все в одну кашу. Этих богов там, как я не знаю, чего там было. Ну вот мы приедем сейчас в Индию к этим богам, ко всем. Посмотрим, что у них там были. По крайней мере, там мощно сохранилась история о битве богов. О том, как они дрались. У них же там война была очень серьезная. Я думаю, не одна, конечно, но, видимо, последняя какая-то. И опять же, какая война богов, да? Очередная. Ну, в общем, какая-то последняя война, которая на Земле очень сильно отразилась и повлияла на развитие человечества. Причем в разных территориях планеты Земля боги немножко разную политику вели. Поэтому боги, когда мы говорим, которые на территории, скажем, Евразии были, ну, не в Евразии, а на территории современной Российской Федерации, на территории Европы, скажем, на территории Америки и Индии, это разные политические течения. И поэтому, естественно, что в Индии боги немножко другое втирали. У нас там другую идеологию. И они же еще преподавали разную концепцию мировидения немножко. Там, ну, суть примерно одинаковая есть, но есть и много различий. Поэтому с этим не поспоришь, в этом постоянно теряемся. Но, ребята, мы познаем мир, мы открываем информацию, открываем знания, поэтому мы должны знать все. Пусть эти боги от нас отличаются. Там же есть истории про нагов. Мы поедем как раз в столицу нагов. Согласно легендам, наги жили как раз-таки в горах, а вот ближе к Тибету и вот где мы будем в Дарджилинге, вот в этой части Индии, якобы раньше обитали наги в горах, люди-змеи. И как раз мы на их родину поедем. То есть там вот конкретные боги будут, с которыми люди взаимодействовали. Это очень интересно. Мы вернемся к их истории и многое узнаем. Так что не пугайтесь, что много информации сложной. Пусть так, но она есть, и это хорошо. Плюс Дарджилинг особый город. Он находится там под определенным куполом защиты, насколько я помню с прошлого раза. Вот мы с вами вернемся под этот купол. Поэтому мы эту тему еще изучим. А я постараюсь написать там знаки. Ребята, не забывайте подписываться на телеграм-канал, потому что, видите, я спонтанно могу провести магические работы, как у нас в Израиле получилось, за 20 минут сообщила, потому что я уезжала, и у меня не было времени до этого, я не знала, сколько я там буду находиться за 20 минут. Вот кто был на энергоработ, попал. И, соответственно, я постаралась, конечно, для тех, кто не был, знак подготовить и так далее. Но, видите, это в поездке, там непредсказуемы многие моменты. Также в Индии можем где-то ездить, проезжать, я какие-то знаки напишу, какую-то магическую работу проведу. Вот чтобы в курсе вот в этих энергиях быть, надо, конечно, в телеграм-канале быть подписанным, чтобы за этим следить. Больше я нигде не успеваю это своевременно выкладывать все. Вот, поэтому нас ждет Индия. Нас ждут открытия там, а я проведу открытие магии местности для наших кармологов, для тех, кто у нас будет практиковаться по кармологии. Соответственно, также помимо практики у нас будет лекция. Так что, ребята, записывайтесь, не пропускайте, времени мало. Я уже оттуда буду лекции, видео постараюсь вам передавать. Но, видите, у меня немножко голос садится, не знаю, как буду все это вам рассказывать. Надеюсь, смогу все это провести, несмотря на свое состояние. Но магическую работу, лекцию, конечно же, я проведу в любом случае. Работа есть работа. Жалко, то придется, может, периодически паузу делать или что-то. Вот. Но в остальном всем желаю удачи. Впереди у нас Индия, впереди у нас много работы. Вот. И гармоничной работы над собой. Всем до новых встреч.